Ой, беще вонючее. Пишись на наш ТикТок. Ага, во, видали? В общем, колываны, приветствую вас на новом видеоролике. Сегодня мы с вами будем играть в корейку. Побег из подвала. Рано или поздно это должно было свершиться. Как бы говоря, да. Как вы поняли, это мем-хоррор. Давайте глянем, что это за такое. Меня зовут Рокки, мне 16 лет. Я решил отправиться в больницу. По слухам, там обитает нечто, что называется Бобусом. Я решил сходить и посмотреть, есть ли он там. Может быть, она. Как только я вошел в больницу, у меня закружилась башка, и я упал. Задача найти 8 ключей и открыть главную дверь. Смотрите. Смотрите. Какой классный управление, блин. Оно такое милое. О, цепь. А для чего она, спрашивается? Лампа какая-то. Может быть, корейку на цепь прицепить, чтобы она не обезьяничала, лягушка. О, первый ключик. Гляньте, какой джипотик мы словили, мои хорошие. И тут бочки какие-то. Еще цепь. Ёб твою мать. Какое разнообразие. Безобразие. Так, ладно, ищем. Что это, блядь, было? Корейка, блядь. Фига тебя перекосила. Второй ключ. Не, ну вы видели, что это было? У нее там что-то у рта белого было. Корейка, ты что, опять камни нюхала? Дура, блядь. Будешь ко мне приставать, а я нахуй твое очко вырву. Блядь, отвали. Блин, ну что за жесть какая-то непонятная. Корейка какая-то тут сама не своя. О, третий ключ. Это точно корейка? Что это вообще такое? Я что-то не поняла. Это серьезно весь скример в игре? Фу, какая гадость. О, табуретка сломана. Корейка тут своим задницей села и все сломала. Ладно, проходим, в принципе. Ой, где это? Я не знаю, ладно. Подгибашь ли дальше, мои хорошие? Так, ладно, идем. Управление тут ужасно, если честно. Свечки горят. Мы подожгем волосатую очко корейки, если что, да? Да! Все, я сказала. Идем искать ключи. Так. О, блядь, да отвали ты нахуй от меня! Банановая кожурка. Шкура, блядь, я тебя в холодильник запихну. Холодильник не открывается. Ой, я плакать. О, кстати, четвертый ключ. Плакать мы не будем. А почему именно 8 ключей? Хоть вы плагиатите слендерину. Вообще нужно было... Да, тварь, дура, я тебе сейчас в лицо перну. Пятый ключ. Почему мы собираем ключи? От чего? Ладно, я понимаю, мы бы бритву бы искали бы, потому что реально. А тут нахуй какие-то ключи бесполезные. Шестой. Почему мы ищем не бритву? Надо побрить это волосатое создание. А мы нахуй какие-то ключи ищем. Да, иди нахуй! Где логика? Седьмой. Серьезно, все так легко? Ладно. Ищем тогда последний хуль. Блядь. И что ты за ёбок? Опять ты, блядь, не ори, сука! Так, люди, короче, последний 8-й ключ. Пойдем съебываем. Иди вперед, она тебя тут не достанет. Ты попал в новое подземелье. Найди выход. Что, блядь? Я где, блядь? Я же вроде съебался от нее. На столе лежит какая-то связка ключей. Взять мы ее не можем. Что вообще делать? Какой нахуй выход мне нужно найти? Объясните, плес. Мы же вроде съебались от нее. Ну ладно, не унываем, что-то меня как-то телепортнуло. Не по-детски. Тут нихуя нету, идем дальше, люди. Какие-то бочки, проходы непонятные вообще. Ладно, путешествуем, изучаем локацию. Блядь. Вам эта лестница ничего не напоминает? Это же лестница почти такая же, как в Айзе Хоррор Гамме. Ладно, поднимаемся, хорошие мои. Я где? Пизде в какой-то непонятной. Что это? Какая-то комната со свечками. Че это? Че это, блядь? Писюны какие-то горят, а не свечки. Идемте вниз. Вниз! Давайте прыгнем на бочки. Мы не разбились, охуеть. Как бы я ни пыталась найти выход, но я его не нашел. Поэтому мы с вами сейчас сыграем и во вторую часть. Да-да-да, у этой наркомании есть еще и вторая часть. Погнали! Ебаться в рот! Хуй тычь на меня, залупа! Не тыкай нахуй на меня! Ну, короче, это вторая часть, как вы поняли. Блять, господи, меню стрёмное. Я нажимаю играть. Ну, загрузочка. Хуля рать-то! Это... Задача найти редкие странные вещи. Опять же 8 штук. Издеваетесь? Тут локация почти такая же, а управление ужасное. Еще хуже, чем там, так. Я так понимаю, это и есть эти вещи? Первая из 8. Что это вообще было? Какой-то кувшин Билли Джина непонятный. А тут что у нас? Тут у нас какая-то куколька. Эта кукла присутствует во всех хоррорах. Это что? А, это Игорь. Игорь, что ты тут забыл? Кровать вся боссана. Тут корейка постаралась над ней. Пошлите отсюда. Говорят, что тут уже будет какой-то другой скример. Поинтереснее. Так, тут тупик, нихуя нету, все. Пошлите дальше, люди мои. А пока мы идем, расскажите, как у вас дела вообще? Гляньте-ка, лестница какая-то. Идем нахуй. Как пьедестал для королей. Ой, я свалилась, блядь. У меня ноги нахуй уже не держат. Пошлите, давайте. Нас там ждет наша любимая кореечка. А мы ей в подарок бритву принесем. Так, это что? Это у нас опять лежит эта кукла и какое-то ведро. Оно черное, как негр. Мы его подобрали. Блять, эта кукла меня уже заебала. Она меня преследует. В общем говоря,
Тут нужно искать разные вещи. Они все отличаются друг от друга. Хоть поймешь, что надо тебе вообще искать. Ладно, ходим. Не унываем, в принципе. Так, заходим сюда за поворотик. Гляньте, какое произведение искусства. Небритая красавица у нас на портрете. Вообще заебись. Так, что здесь у нас? Это шайба со снюсом, что ли? Серьезно? Что за пиздец? Здравствуйте, Владимир Владимирович. Отмени, сука, вакцинацию, придурок ты! Тупой, седой, блядь. Хуй рот-то открыл? Муха залетит, закрой, блядь. Так, что у нас тут у нас? Тут у нас лежит мой хороший трупик. Гляньте, у него пятки гниют. И мем с резнёй. Хы-хы, как смешно, я обоссалась от смеха. И смотри на меня, индюк седой. Так, пошлите. Ой, ой, что заглючило? Не глючи, плиз. Блин, мне газа ела. Так, а куда сейчас мы пойдем? Может быть, нахуй? О, блядь, это что? Это корейка. Блядь, блядь! Корейка, это хуй, нахуй! Она там, и она идет. Ой, ебищи. Иди нахуй отсюда, не надо! Нет. Блядь, ты что, корейка, расшагиваешь-то, блядь? Сучка, блядь, обувь надень, дура. Босиком она тут шастает. Ебаться в жопу. Я сейчас дико обосралась. Покорейка. Ой, мы вернулись в начало. А нам сюда не надо. А там корейка ходит, небритая сучка, свинья, блядь. Вертолёбусная залупа, иди отсюда. Я ж тебя нахуй побрею. Угрожаем ей бритвой. Где она? Корейка, уёбывай. Дашка, Дашка-какашка. Дашки-какашки нету, это что за ящик? Не понять. Чё не спишь? Да не хочу, блядь, мне корейка мешает. Своими волосами. Блядь, жесть какая-то. О, часики. Ванна какая-то ебаная, она воняет, там корейка мылась. О, синий флакончик со спиртом. Забираем. Это четвертая вещь из восьми. Так, куда идти? Так, тут мы были. Идем, значит. Опа. Я съебываю, нахуй! Новая комната. Это что за залупа? Пятая вещь. Да уберите вы нахуй картину с этой обезьяной, она меня уже пугает. Я боюсь, буду бояться, сука, в туалет ходить. Ёб твою дивизию. Нахуй такое чудовище повесили. Ладно, все, идем сюда. Это кухня? Охуеть, тут фруктики есть, такие мытые, стул, с которого падала корейка. А это что? Это шестая вещь, какие-то песочные часики и холодильник. Он пустой, сука, почему? Почему, корейка, тварь? А это что такое? Походу, спальня корейки. Фу, тут воняет, нахуй, проветрить надо. Фу, как вам-то скучно, я ухожу нахуй отсюда. Так, что у нас тут? Тут у нас какая-то маленькая инвалидная коляска. Что, она очень маленькая, она для кого? Для кошек, что ли? Опа, какая красотка. Блять, оно идет! Оно расшагивается! Да! Иди нахуй! Так, компьютер. Седьмая вещь, серьезно, идите, редкие, странные, старинные вещи. Компьютер, это разве редкая и старинная вещь? Что-то как-то странно. Блять, оно идет! Я тебе нахуй ведь на лысо побрею, сучка, блять. Расшагивает она, блять. И ты трансвеститка ебаная. Я тебе хуй вместо носа пришью. Уебище тупое. Обезьяна, блять. Корейка, иди нахуй! Будешь ко мне лезть, нахуй, а твой тикток аккаунт, нахуй, удалю. Уебище тупое. Ебаная корейка. Сука, я в тупике. Блять, оно идет. Ёб твою мать. Иди в жопу, лошадь, не блицай. Сука, тупая. Я тебя нахуй тут все разнесу. На лосо твое очко побрею. Тварь ебаная. Так. Ой, блядь, это тупик. Нет, не трогай, уебище, нет. Фух, вроде бы оторвались. Ой, нет, тупик, нахуй, куда я иду? Сука, что это было? Че с ебалом, че поебалу? Корейка, Дашка, ответь на вопрос. Чем нужно кормить курицу, чтобы она сносила не яйца, а ебальники, таким отбитым, как ты? Да, как вы поняли, я перепрохожу, блядь. И мне еще 5 штук каких-то надо найти, чтобы съебаться от нее. Ну, уже 4. Видите, как все просто. Ща мы, нахуй. Соберем все вещи, Надежду в жопу засунем и как бы уйдем, да, отсюда. Просто тупо ищем. Телек? Нихуя интересного. Так, опять оно. Отвали, нахуй, от меня. Хули эти картины мне под нос попадаются, разработчик тварь. Это что за черный кувшин? Кувшин для расширения очка, на него нужно садиться, походу. Ну, это дело корейки, не наше. Так, где это? Какой-то склад говна, магнитофон какой-то. Чё, блядь, ужас какой-то. Пошлите отсюда. Так, опять эта кукла сидит там уебищно. О, зеленая емкость в бутылочке, берем. Бритвы. Мой краш, бритва, да. Ну, это все и так прекрасно знают. Вообще, корейка, ты тварь. Я тебе эту куклу в жопу засуну. Так, опа, жильчик, а чё у неё есть, алкашка? Хуй со мной не поделилась, уебище тупое.
И что, блядь, у нее тут бокальчики с шампанским стоят. А мне, сука, не предложила. Ой, тварь небритая, тебя точно побреют. Если она нахуй все волоски сбреют, это радио какое-то. Мы его взять не можем. Очень даже досадно. А это что за кусок говна? Корейка тут обосралась в углу. Ладно, пошлите. Так, это туалет, как я понимаю. Красная бутылка. А хуй мы бутылки-то не собираем? Жопу себе сувать, что ли? Так. Что здесь делает бутылка на унитазе? Вы к чему клоните? Фу, блядь, разработчики, иди нахуй. Так, что здесь? Здесь офис Корейки, походу. Ну ладно, нам не интересно, так-то говоря. Нам осталось две вещи найти, я съебываю отсюда благополучно. Только какие вещи мне осталось? А, во, я помню, мы собирали эту хуйню. Берем ее. Ну берись, блядь! Залупа. Все, люди, находим что-то последнее, и дальше будет что-то странное. Ой. Ой, это сука там ходит, лошадь. Последняя, нахуй, восьмая вещь! Серьезно? Задача быстро найти нужный ключ для ворот. Что? Какой нахуй лес, блядь, меня тут выебут в рот. Вообще, это похоже на болото Шрека. Я где? Это что за говно лежит? Это, блядь, и есть ключ. Ебать, он большой, он больше, чем пенис у негра. Ура, ты прошел игру. Ёпарасоте, во что мы только что поиграли? Короче, колываны, есть еще третья часть, и это не рофл. Если вам зашел этот видос, то я снимаю третью часть Корейки. Поэтому набираем здесь 70 лайков, поняли, блядь? На этой шикарной ноте мы прощаемся. И Корейка с вами тоже прощается. Всем пока. Блядь.